Татьяна Тарасова и Александр Гришин. Ну а на льду Грейси Голд, фигуристка из Соединенных Штатов Америки, для которой этот этап является вторым в сезоне. Очень претенциозная, на мой взгляд, программа с названием «Танго убийц». Это музыка из фильма «Мистер и миссис Смит». Элемента будет, видимо, во второй части программы. Сейчас минут 17 уже. Да, пока сезон не задается для Грейси Голд. Лишь только два оборота на флипе. И, как следственно, остается без элемента. Ой-ой-ой, без двух элементов остается. Американка, еще и аксель не пошел. Очень жаль. Очень сильная спортсменка, но этот сезон явно не идет. Не постеснялась Грейси признаться, что после межсезонья у нее возникли проблемы с лишним весом. И она рассказала об этом, в том числе журналистам, болельщикам. Никак не может себя собрать, вернуть к тому состоянию, в котором она могла претендовать на пьедестал чемпионата мира. Начало сезона, вот второй старт подряд на этапах Гран-при для Голд совсем неудачный. Эта короткая программа очень обидна. Вроде бы прыгнула в начале каскад Лутстулуп, но потом... Но у нас здесь есть кому вообще побеждать. Так не будем расстраиваться. А мы не расстраиваемся. Да. За Грейси мне, честно говоря, немножко обидно. Да. Хорошая спортсменка, здесь сильная. Здесь и дома у нас есть. Она хорошая спортсменка. Ну, не абсолютная, вот. Не знаю. Она... Фрэнка Кэрролла расстроила. Никогда не производила впечатления такой абсолютно выдающейся спортсменки. Она не так быстро двигается, как сейчас это делает. Она совершенно катается без синкопов. Она катается абсолютно ровно. Это не так интересно уже. Еще, и... Еще допускает, конечно, ошибки, да, потому что... Вторая нога была есть... и там, ну, и там. Конечно, и это, там, и там была. Это понятно, что есть лишний вес. Тяжело девочкам приходится. Я ничего не говорю. Ну вот еще, например, заклон, который она делала. Заклон должен быть такой. Вот, должно быть одно плечо и два плеча назад. Вот я у нее не увидела. Я не знаю, что увидели судьи, но я у нее не увидела два плеча назад. Положение. Это черта.
И я не увидела, и я могу еще раз это смотреть, и я все равно не увижу. Я и на повторе этого не увидела. Вот она сложно сделала заход перед флипом, да? У нее был интересный такой заход, он был с прыжка, потом с перепрыжкой. Такой, да, самого прыжка не получилось. Но держит лицо. Грейси Голд прекрасно, она понимает свое нынешнее состояние. Ну что, она здесь должна в падучей биться, что ли? Ну, у всех так бывает. Что же теперь делать? Не случилось чудо. На тренировках смотрелось неважно. И неважно откатала короткую программу Грейси. Она так и на тренировках каталась. Да, на тренировках так. Да. Она через раз. Меньше 55 баллов набирает Грейси Голд. Вот, собственно, и все, что нам нужно знать о ее короткой программе в Париже.